Всем привет, дорогие друзья! Сегодня просто, наверное, идеальный день, потому что у меня в руках Rolex Daytona. Это легендарные часы. Ребята, напомню, первые часы были выпущены в 1963 году. Это реально история. Мое мнение, что они являются культовым опытом Rolex и отличаются хронометрической точностью, ну и, конечно, Rolex куда же без надежности. Смотрите, черный безель контрастирует, выделяет кристаллическое зерно метеорита. У нас диаметр 40 мм, толщина 11 мм и запас хода 72 часа. Скажу честно, у меня первоначальные мысли о Rolex были такими. Они взяли легендарные часы и сделали их еще более желанными, более коллекционными. Можно долго рассуждать, почему стоит любить метеоритные циферблаты. У вас будет способность носить что-то не с этой земли. Мне кажется, это удивительно и прекрасно. И мое мнение, чисто эстетически, эти циферблаты прекрасно подходят к этим часам. Очень важный момент. Эти часы сняты с производства, и я считаю, это прекрасное вложение в долгосрочной перспективе. Друзья, всем спасибо. Если у вас есть вопросы по цене, дополнительные подробности, пишите, пожалуйста, мне. Я с удовольствием на них отвечу. Спасибо.